Приветствую, коллеги. Делюсь, как обычно, какими-то новыми материалами. Мне неведомы, например, кто-то еще, может, не знает. И про это и будет видео. Кто-то посмотрит, кто знает, более подробно расскажет, а кто не знает, послушает. Виктор, расскажи, что за материал? Для чего предназначен и что это такое? Термослой кегрил для отделки печей и каминов. То есть это какой-то пластик, я так понимаю, с мрамором, с крошкой мрамора. И влит в форму прессовал. Довольно оригинальная структура у него такая. А вот это сверху? Ну это вообще-то как тоже гипс с каким-то акрилом, наверное. Что-то такое. Тоже при пилении очень сильный едкий запах пластмассы идет. И как горящий эбонит, там что-то такое. Как называется еще раз, ты говоришь? Я думаю, термостойкий акрил какой-то. Ну да, кстати, оно как-то звук такой. Оно все такое. А плитка это керамическая, да? Это эмола итальянская, да. Да, вот вижу. Для облицовки. Вот такой рисуночек, бублики. Вот мне еще интересная фишка понравилась. Вот мы разговаривали. Расскажи про этих самых, про каменщиков, как это происходило. Короче, пришли каменщики, вот расскажи. Три ряда первых дома положили ровно под шнурок. Хозяину это не понравилось, он сказал разобрать и положить это в хаотику. И сделать старое, как было раньше, как в старые добрые времена, все ложилось тяп-ляп. Короче, все обычно идеально ровно, а здесь наоборот потребовали, чтобы как-то так. Кстати, здесь будет, вот это все будет тонироваться под старый камень, ты будешь делать, да? Стали. Кстати, нержавейка, вот тоже коротко вам покажу. Это нержавейка по латунь. Латунная мойка, вытяжка с меди. Какая-то такая, как под золото. Ну, со временем потемнеет все. Я думаю, что оно все старый вид приобретет. Единственное, что нержавейка, вот, которая будет на столешницах и на острове приготовления, где будут снимать с печи и вынимать, она только тут будет вид иметь нержавейка. Вот такая вот, ребята, информация, вот такая вот печка, такие материалы. Вот, так что все, всем пока.